В преддверии этого праздника Ганцевичская районная организация «Белая Русь» проводила конкурс «Золотое перо Белой Руси» на тему «Ценности, которые нас объединяют». Мы подвели итоги, и очень приятно, что в этом конкурсе принимала участие наша молодежь. Ну и позвольте мне сейчас вручить дипломы и награды победителям. Дипломом за третье место награждается Амельянович Александра Анатольевна, учащаяся средней школы номер 1 город Ганцевичи. Победителем в районном конкурсе «Золотое перо Белой Руси 2021» на тему «Ценности, которые нас объединяют». Второе место и диплом от Ганцевичской районной организации «Белая Русь» достается Галдиной Екатерине Владимировне, учащейся средней школы номер 3 города Ганцевича. Под ваши, друзья, аплодисменты! И первое место Махтей Александр Дмитриевич, учащийся средней школы номер 3 города Ганцевичи в районном конкурсе «Золотое перо Белой Руси 2021» на тему «Ценности, которые нас объединяют». Друзья, под ваши бурные аплодисменты. Дорогие друзья, подарите аплодисменты нашей молодежи, будущее нашей страны. Спасибо большое. Удачи вам. Удачи. Спасибо. С днем молодежи. Двигайтесь вперед, и у вас все получится. С праздником.